12 ноября – день Конституции, принятой в 1995 года. Конституция Азербайджанской Республики стала первой Конституцией независимой Азербайджанской Республики. Как известно, просуществовавшая всего 23 месяца Азербайджанская Демократическая Республика не успела принять основной закон. Таким образом, история конституционного строительства Азербайджанской Республики приходится в основном на период нахождения в составе СССР. Первая Конституция Азербайджана, принятая 19 мая 1921 году на Первом Всеазербайджанском съезде Совета, новая редакция Конституции Азербайджанской Республики, соответствующая Конституции СССР 1921 года, была принята 14 марта 1921 года на Четвертом Всеазербайджанском съезде Совета. Принятая 21 апреля 1978 года, последняя Конституция Азербайджанской ССР, как и в прежней Конституции, соответствовала Конституции СССР. После обретения Азербайджаном независимости создалась необходимость подготовки новой Конституции. Для этого под руководством президента Гейдара Алиева была создана специальная комиссия. Проект Конституции внесен на всенародное обсуждение. 12 ноября 1995 года решением всенародного референдума принята первая конституция независимого Азербайджана.